Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служа оно какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Крайне деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти на них все. Найди остальных. Слышал, что на той неделе... Довольно, 11 часов. О, правда? Сними их. Он ворвался в кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Арабий на него даже не посмотрел. Сразу пальнуло два раза. Да ладно. Сукина сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик.
Вали их! Идем! Еще один патруль. Сними их побыстрее. Иду. Иду. Прорываемся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Лучше бери калаш. Юрий, беги! Огонь! Эй, покинул, уйдите! Стреляй по технике!
Наш техника, подбей ее! Они знают, что мы здесь. Нам важен только груз Макарова. Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Начинаю обстрел! Лови по ним из миномета! Похоже на две единицы техники и отряд пехоты. Накрой их! Все цели в деревне считать врагами. Если кто-то шевелится, накрывай из миномета. Продолжай стрелять! Подвигаемся! Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Сюда. Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше им некуда было его деть. Если он не здесь, значит груз уже на пути в Европу. Надеюсь, он прав. Thank you.
чисто. Суп, двери! Спугнули. Вытаскивай нас отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим.